Калаха калирвалина индия вайри парга. Бхактипат ихо кантака котирдхо. Ха-ха кожами кимахам кароми. Чайтанна чанда жади наддам кипам кароши. Калаха калирвалина индия вайри парга. Бхактипат ихо кантака котирдхо. Ха-ха, кожами кимахам кароми. Чайтанна чанда жади наддам кипам кароши. Гаурия Госхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, так бы Прабхупад Джагангуру сказал, мы должны примирить наше сердце полностью с Рупанага Гуру Варгой. Гаурия Госхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, так бы Прабхупад Джагадгуру говорит, что мы должны сгармонизировать наше сердце полностью с Рупанага Гуру Варгой. Прабхупад говорил эти слова, что мы должны полностью найти гармонизацию между нашим сердцем и Рупанага Гуру Варгой. Не должно быть никакой разницы. Никакой разницы, даже запаха разницы не должно быть между нашим сердцем и Гуру Варгой. Если есть какое-то отхождение в нашей жизни от Рупанага Гуру Варги, мы, может быть, можем не сомневаться, что в один момент мы падем. Почему Махарашта говорит? Ну, что еще сказать? Никак по-другому не может быть. Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупад сказал, что лишь малейшее отклонение от пути вашего Гуру Падапатмы в конце концов выбросит вас с пути Бхаджана. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что мельчайшее отклонение от пути Гурупада, то есть мельчайшее отклонение от Гурупада Падма, если вы применяете какие-то отдельные решения, принимаете какую-то сиддханту, отличную от того, что говорит Шрила Гурудев, 100% вы вам обречены на духовную смерть. Я начал в шлоке, который сказал великий преданный Парамахамса Шрештха. Шрила Прабхадананда Сарасвати. Прабхадананда Сарасвати Пад Гауралили. В Радха Говинда Лиле он выступает как Тунга Видья Сарасвати Саки Шимати Радхарани. Она, как Гора Паршат, он тоже имеет свой образ в Гора Лиле. Это век Кали, век противоречий. Все друг с другом воюют, сражаются, спорят. Никто ни с кем не может вместе уживаться. Даже саду не могут вместе жить. Это век Кали. Это век Кали. Почему Кали? Потому что Кали — век противоречий, что люди не могут сгармонизировать друг с другом. Даже в Махабхарате сказано. Это шлока из Махабхараты. Наша мунир джасса матам на виньям. If
вы не сможете найти даже отдельного муния, ни одного муния. То есть муния означает маунаврата, тот, кто хранит молчание. Но в соответствии с Гаудия Сиддханта мы не принимаем подобных обетов, потому что мы должны кричать имена Гауранги. Мы не можем хранить молчание. Потому что зачем это нам? Для чего молчать? Если я буду молчать, Бхагаван, разве будет счастлив от этого? Если Бхагаван будет счастлив, если я буду молчать, я буду это делать. Но Чайтанья Махапрабху говорит, «Киртанья Сада Харих» — это наш девиз, девиз Гаудия Матха. Это слоган, то есть это девиз всей Гаудия Миссии, Гаудия Общества. То есть мы постоянно должны кричать имена Кришны, мы должны рассказывать Харикатху и воспевать имена Господа. Для чего нам останавливаться? Очень часто Прабхупад говорил, если Бхагаван недоволен, что толку, что я совершаю баджан? Если мой баджан не дарует счастье Господу, для чего совершать баджан? Если каким-то образом я смогу порадовать Господа, для чего мне всем показывать, что я такой возвышенный махарадж, что я совершаю такой возвышенный баджан? То есть суть в том, что не надо никому ничего показывать. У гуру и вайшнавов есть глаза, которыми они видят, что мы в действительности совершаем. Прабхупад очень часто произносил эту шлоку. Если я буду следовать моему гуру Пада Падме, люди говорят, будут говорить тебе, ты не совершаешь баджан, а я отвечаю, что вы подразумеваете под баджаном? На самом деле баджан — это следовать наставлениям Гуру Пада Падме. Не пытайтесь всем показать, что вы величайший саду. Не делайте этого. Саддхананда Прабху говорил много различных вещей. Я люблю и уважаю его, потому что такая речь невозможна, пока вы... пока вы не достигнете Вайкунха-платформы. Вот это Саддхананда Прабху, который там висит. То есть по милости Прабхупады я очень быстро могу определить, где материальный звук, то есть там, где человек старается удовлетворить публику. То есть очень быстро я могу определить. То есть я постоянно слышу Харикатху Шрила Прабхупады, Кешава Госвами Махараджа. То есть я очень легко могу распознать, где настоящая харикатха, а где материальный звук. Если моя деятельность порадует Бхагавану, зачем я буду всем показывать, что я совершаю баджан? Радхарани не сидит и Аник. И Ешода мама тоже, она не повторяет Аник. Гопи наряжают себя. И мы можем сказать, они какие они преданные, преданные настоящие, они вообще не заинтересованы в разных нарядах и так далее. Но разве у вас есть право говорить такие вещи? Что вы можете говорить все, что угодно, но мне какое дело до этого? То есть бхакти — это что-то очень внутреннее, это настолько сокровенное, это амрита, что внешним видением это невозможно различить, понять, кто совершает настоящее бхакти, а кто ложное бхакти, то есть совсем не бхакти. Поэтому очень часто Прабхупад цитировал этот стих. Если Бхагаван доволен
зачем я буду совершать аскезы? Для чего мне аскезы, если Бхагаван не без них, как бы, если они не нужны Бхагавану? Если Бхагаван недоволен мною, что толку от всех аскез? Это формула, это главный момент в юкта-вайрагии. Если вы не понимаете юкта-вайрагию, вы никогда не сможете начать бхакти. Все зависит. То есть вы можете думать, вы смотрите вокруг себя и будете думать, что все это Кришна-сева. То есть в том, что если вы сгармонизируете свое сердце с Гуру Патапатмой, то все, что вы будете видеть, что вокруг вас происходит, вы будете понимать, что все это для служения Шри Кришне, Гуру. Что все должно быть вовлечено в служение Кришне. Все, что окружает нас, что это не для нашего удовольствия. Мы полностью уклонились, отошли от Прабхупады. Насколько далеко мы отошли от Прабхупады, насколько далеко мы ушли, мы должны это четко почитать, понять. Насколько далеко мы уклонились от наставления Прабхупады. Это нужно понять в течение Харикатхи, из Харикатхи. Я начал со слов, которые произнес Прабхупад. Там говорилось о том, что мы должны полностью сгармонизировать себя с Рупануга Гуру Варгой, наше сердце. Это очень легко сказать. Но кто может дать вам сертификат, что вы действительно сделали это? Кто выдаст вам сертификат, что я полностью сгармонизировал свое сердце с Прабхупадой? То есть в моем сердце нет ничего, кроме следования Прабхупаде. Только чистый вайшнав может понять сердце другого чистого вайшнава. Порой кто-то может сказать, заявить, что я полностью предан Прабхупаде. Я совершил столько служения Прабхупаде. Я полностью, в моем сердце лишь Прабхупад. Можно сказать такое, но где найти доказательства этому? То есть должны быть какие-то доказательства. И что является доказательством? Оно заключается в том, что если вы будете за километры от Прабхупады, на километры отдалены от Прабхупады, тем не менее, вы сможете понять сердце Шрилы Прабхупады. Вы сможете понять чувство Прабхупады. То есть это не вопрос споров. По деятельности саду вы сможете легко определить, полностью он сгармонизировал свое сердце с Прабхупадой или нет. Рупа Санатана жили за тысячи километров от Махапрабху. Почти 2000 километров от Махапрабху. Во Вриндаване. Джива Госвами Пад, Рагунат Госвами Пад. Тем не менее, их сердца были полностью преданы Махапрабху. Что говорится в этой шлоке? Она сказана для того, чтобы подтвердить, что мы с одной стороны не собираемся критиковать тех, кто уклонился от Прабхупады, от следования Прабхупады, но также мы не можем принимать их слова. В этом заключается учение Гауранги Махапрабху. Я могу доказать это в случае с Прабхунанда Сарасвати. Махапрабху Джагат Гуру, то есть он Бхагаван. Кто такой Гуру? Сам Махапрабху. Он учит нас.
показывает нам, как совершать баджан. Бхактисиддханта Тхакур и Прабхупад следовали Прабхупад, Бхактисиддханта Тхакур следовали полностью читанию Махапрабху. Я сижу на Вьясасане, я могу заявить, что если вы хотите получить полное понимание учения Махапрабху, вы должны прийти к стопам Прабхупады и Бхактисиддханта Тхакура, и нет другого пути, то есть никак не избежать, если вы хотите по-настоящему понять учение Махапрабху. Я могу привести пример. Махапрабху является воплощением Тринадапи. Махапрабху показывает нам, насколько мы должны быть смиренными. Какими смиренными мы должны быть, какое понимание, каким пониманием должны обладать, что я ничто, я бесполезен. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что даже насекомое лучше, чем я. Даже черви в испражнениях лучше, чем я. Я более падший, чем они. Сейчас он, благодаря этому вы можете понять, насколько смиренными мы должны стать для того, чтобы сам Кришна обнял вас. Не так легко стать таким. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, также я более падший, чем Джагай Мадай. Я более падший, чем червь в испражнениях. Тот, кто произнесет мое имя, лишится результата всей своей благой деятельности. Он лишится всего. Настолько я греховен. Тот, кто произносит мое имя, лишается всего благочестия. Тот, кто слышит мое имя, также лишается всей пунья. То есть тот, кто услышал мое имя, набирает грехи. То есть, услышав, сказав мое имя, такой человек лишается всего хорошего. Итак, Махапрабху — воплощение Тринадапи. И Бхактисиддханта Тхакур Прабхупад на своей собственной жизни показывает пример Тринадапи. В шастрах сказано, что Кришна — Манде Джагадгуру. Мы можем прославлять Кришну, который является Джагадгуру. Тем не менее, Кришна приходит сюда в образе ученика. Он молится, пожалуйста, благословите меня, пролейте на меня милость. Когда Брамананда Бхарати пришел в Пурушоттама-дхаму, кто-то сказал Махапрабху, проинформировал о том, что тот пришел. Брамананда Бхарати пришел сюда. Можем мы привести его на встречу с тобой? И Махапрабху сказал, нет, он гуру, я должен пойти к нему. То есть преданные хотели привести его к нему, но Махапрабху сказал, я сам должен пойти к нему. Он пришел к нему и стал предлагать дандаваты. Прежде чем То есть в этом заключен урок Махапрабху, это очень важно. И только лишь преданные Гаудия Матха могут понять это учение. То есть Махапрабху пришел и стоял рядом с Брамананда Бхарати. Но он спросил, где Брамананда Бхарати? Хотя он стоял прямо перед ним. То есть... И он поразил, ему говорят, вот же он, да нет, не может быть, как Брамананда Бхарати может носить тигриные одежды?
То есть Мукунда указал ему, это же, вот же он. А Махапрабху сказал, как это возможно? Такого не может быть. Брамананда Бхарати никогда не может одеть на себя тигриную одежду для того, чтобы показать свое отречение. Если Бхагаван удовлетворен мной, зачем я буду носить тигриную одежду? Для чего? Зачем мне вот такие украшения, то есть какие-то символы отречения? Это бесполезно. То есть невозможно Бхагавана этим удовлетворить. Это учение, которое дает нам урок, который преподносит Махапрабху. Он не хотел оскорбить Брамананда Бхарати, но так вот он сказал. И тогда Брамананда Бхарати смог осознать, о, я ношу тигриную одежду, действительно, значит, Махапрабху не нравится ему это. И тогда он сменил одежду. Одел какую-то другую одежду, и тогда Махапрабху только ему предложил свои поклоны. Так, если вы видите какую-то разницу между мнениями представителей Гуру Варги, мы не должны их критиковать за это. Но мы должны четко понимать, что в этом заключается, вот здесь заключается учение Прабхупады, а здесь нет. Прабхупад сказал, что нашими обязанностями является, что мы должны показывать ачаран, то есть показывать пример, образец поведения. Вся наша деятельность должна быть правильной. И в это время это точно так же нужно совершать баджан должным образом. И, следуя всему этому, вы можете указать, что вот это не бхакти, вот это бхакти. Прабхупад говорит, что мы обязаны это говорить, мы обязаны указывать другим. В противном случае весь мир будет ослеплен, будет в замешательстве, как сейчас происходит из-за коронавируса. Что делал Прабхупад? Он делал одну вещь с помощью Харикатхи. Его Харикатха была настолько могущественна, что он с помощью трансцендентного звука распространял его по всему миру через Харикатху. То есть вы не можете себе представить, 64 матха, 64 центра было установлено за кратчайший период времени. Там, для чего это было сделано? Для того, чтобы установить чистое бхакти в сердцах обычных людей. И сэр Биндра Нарайана сказал Прабхупаде, как это вообще возможно? За такое короткое время вы смогли построить целых 64 матха. Прабхупад ответил на это, что вы имеете в виду? 64, 50 матх — это ничто. Вы посмотрите. Пройдите по этим матхам, и вы заплачете. Что говорить? То есть Прабхупад говорит, вы говорите 50, то есть второй был построен 50, и он сказал, что говорите о 50 матхах? Я хочу установить гаудия матх в сердце каждой дживатмы. 50 матхов всего лишь это незначительное количество, тысячи, бесконечное количество дживатм здесь, в этом мире. Я хочу установить гаудия мат в сердце каждой дживы, каждого. Они сумасшедшие, они глупцы, они многие бросили меня и отвернулись, сошли с пути преданного служения. Я могу сейчас сказать, что они... То есть, это сумасшествие. И как я могу установить в сердце, в вашем сердце гаудия матх, если вы не
хотите этого, если вы не в связи с Шрилой Прабхупадой, если вы отрезаете связь, обрубаете связь с Гауди Матхам, вы никогда не обретете бхакти. Прабхупад сказал много раз. Те, кто приходит в Гаудиамат для того, чтобы неправильно использовать Дивья Гьяна, чтобы использовать ее, показывать всем, что я великий саду, что я великий, а Прабхупад ничто, я великий. То есть кто с плохими мотивами приходит в Гаудиамат? Гаудиамат не имеет с ними ничего общего. Он не имел ничего общего, сейчас не имеет и не будет иметь. То есть они проповедуют для каких-то корыстных целей, не для Прабхупады, не для Гауди миссии. Много раз Прабхупад плакал и говорил. Мы должны следовать Экаян Патху. Мы, будучи преданными Гауди Матха, должны следовать Экаян Патхади. То есть, что это такое? Это однонаправленная преданность. Все, что мы делаем, вся наша деятельность, наше положение, статус, все это должно было направлено на одно. То есть, суть в том, что все, вот то, что вы мне сейчас даете, все почтение, которое от вас получаю, пожертвование или что бы то ни было, еще все это я использую, все это я направляю в подлинный канал. Этот канал зовется Гуру Парампара. Я говорю это, я даю это Прабхупаде, Прабхупад дает Гуру Кшарда Сбабджа Махараджа, Кшарда Сбабджа Махараджа Бхакти Натакуру. То есть честь, то есть вся пратиштха находится у стоп Анантадева, Нитьянанда Прабху. И у нас нет никакого права направлять ее на себя, забирать ее себе. Все, что у нас есть, все, что приходит к нам, мы должны направить на Гуру Парампару, отдать это им. И так это дойдет до лотосных стоп Баларама. Итак, как мы можем понять, кто уклонился от Шилы Прабхупады? Я уже сказал о том, что Рупа и Санатана жили очень далеко от Махапрабху. Тем не менее, их сердца были полностью сгармонизированы с Махапрабху. Имеется в виду, что у них не было ничего в сердцах, кроме Махапрабху. Мы настолько глупы, что мы не хотим говорить абсолютную истину. Мы боимся. Мы думаем, если я скажу абсолютную истину, никто не оценит это, не будут меня любить. Для чего же мне-то это говорить? И таким образом я уклоняюсь от Прабхупады. Прабхупад говорил, что абсолютная истина — это не что-то дешевое. Это не какая-то дешевка, что вы можете начать какую-то политику, споры для того, чтобы установить абсолютную истину. То есть с помощью политики и разных споров абсолютная истина не постигается, не устанавливается. Также мы не можем
говорить, выступать против абсолютной истины или закрывать рты тому, кто говорит абсолютную истину. Это не какая-то дешевка, что вы можете так ее удалить. То есть, но в то же самое время не каждый может говорить абсолютную истину, не каждый может проповедовать. Что означает проповедовать? Выражать дживедоя. Что такое проповедь? Это не значит кричать. Это означает выражать дживедоя. Если вы не можете пролить милость на джив, беспричинную милость всем живым существам, обусловленным душам, вы не должны отправляться на проповедь. Что такое дживедоя? Вы должны изменить сердца живых существ. Если я не могу изменить ваше сердце, вы там вовлечены в материальные вещи, я не могу изменить ваше сердце, тогда какой смысл в этой проповеди? То есть дживедоя означает изменить сердце дживы так, чтобы она поняла необходимость совершать харибаджан, необходимость следования Гурудеву. То есть дживедоя — это милость ко всем живым существам через харинама санкиртану, через харикатху. Что такое проповедь? Проповедь — это милость всем, ко всем живым существам. Настоящая проповедь — это выражение этой милости при помощи харикатхи и киртана. Что такое харикатха и киртан? Что это такое? Шраутавания. Она не сходит с Куру Парампарой. Если я говорю, что захочу, такая вот у меня харикатха, что на ум пришло, что мне нравится, то и болтаю. Какую-то свою собственную сиддханту устанавливаю, полностью отрезанная от того, что говорил Прабхупад, не имеющая связи с Прабхупадой. Как это может называться харикатхой? Суть в том, что харикатха должна обладать связью с Прабхупадой. То есть это то, что не сходит от Гуру Парампары. Даже мельчайший отрезок, то есть миллиметр, мельчайшее отклонение от Прабхупады может в конце концов выбросить вас с пути баджана. Сегодня вы чуть-чуть уклонились, а завтра вы огромную пропасть между вами и Прабхупадой появилась, и в таком случае вы не обретете милость, все кончено, все будет кончено. Я могу привести пример. Однажды Прабхупад отправился в Касим-базар, то есть в какое-то место, какой-то город. Там была программа, большая программа, и Прабхупаду пригласили выступить туда. Ему разрешили говорить лишь 5 минут. Настолько возвышенный, преданный Вимала Сарасвати. Но эти сахаджи, которые его пригласили, они глупцы. Из-за своей зависти позволили ему говорить лишь 5 минут. То есть он спросил, как долго я могу говорить? 5 минут. Хорошо, согласился Прабхупад. И он начал говорить вот эту шлоку. За 5 минут он сказал, он начал харикатху. Браманда Брамите. Скитаясь по 14 мирам, если вы по-настоящему удачливы, вы обретете возможность встретиться с чистым преданным. Если вас не настигнет такая удача, не получится встретиться. Вы с помощью общения с Гуру Вайшнавами сможете обрубить свою обусловленность и вырваться из этой самсары. Прабхупад дали всего лишь 5 минут. Даже еще 5 минут не прошло, они уже сказали, садитесь, садитесь, никто не хочет слушать вашу харикатху. Остановитесь. И Прабхупад остановился.
то есть даже 5 минут ему не дали сказать. Он покинул это место, и человек, который его пригласил, Раджа Манидра, он ему выделил какое-то место в своем дворце. Там был храм, храмик с божествами, и там 3-4 дня Прабхупад находился. И вот этот самый Раджа Манин приносил прекрасный прасад каждый день для Прабхупады на золотой тарелке. Но он не знал, этот Раджа, что Прабхупад вкушал с этой тарелки лишь туласи. Он приносил этот прасад, но он не знал, что Прабхупад с этой тарелки, с этой пхоги брал лишь туласи. И все это время он постился, он даже не пил 3-4 дня. Но этот Раджа не знал, что Прабхупад ничего от него не принимает. Когда бы Прабхупад не приносил эту тарелку, Прабхупад просто брал туласи, а затем, когда кто-то к нему заходил, ну, какие-то люди к нему приходили, он весь просад отдавал им. Однажды севак, который служил Вимала Прасада, то есть вот этот царь, то есть он просто царю наказал ему мыть полы. Но в его комнате. Но он никогда в действительности не принимал служения ни от каких людей, которые не совершали баджан. Только лишь тот, кто совершал баджан, могли служить Прабхупаде. Итак, однажды вот этот слуга сказал, то есть которого назначил царь, он заплакал и сказал: «Я вижу». То есть 2-3 дня я наблюдаю за вами. И я поразился. Вы настоящий вайшнав. Я уверен в этом на 100%, что вы истинный вайшнав. Но вот этот Манидра Чандра, он хороший человек, но все его окружение, они просто глупцы. Они влияют на него. Так что этот Раджа Манидра Чандра не может осознать, насколько вы возвышенные. То есть, понимаете, это даже осознал необразованный слуга. То есть он просто был слугой у этого человека. Он сказал: я просто наблюдал за вами, я видел, как вы себя ведете, и я поражен. Вы великий преданный, вы святой. Возможно, вы спутник Бхагавана. Но вот этот Раджа Манидра Чандра, он не может осознать вашего положения, потому что на него влияют вот эти глупцы, которые его окружают. Они даже не позволили вам рассказывать Харикатху, насколько они неудачливы. Итак, через 3 дня Прабхупад начал свой путь в Майяпур. Ночью кто-то сказал Раджа Манидра Чандра: Прабхупад уже уехал. Уехал? Он даже капли воды не принял в вашем дворце. По вашему приглашению, чтобы вас выразить вам почтение, удовлетворить ваше желание, он прибыл сюда. Он приехал сюда, чтобы спасти вас, чтобы помочь вас, пролить на вас милость, но вы этого вообще не поняли совершенно. И в то же самое время он даже капли воды не принял в вашем дворце. А этот Раджа сказал: как-то так, я же столько прасада столько посылал. А ему говорят: нет, он даже капли не принял. И он сказал: о боже, я же умру, ты, как бы я умру вообще от всего, что произошло. И он побежал на вокзал, припасть к стопам Прабхупады и сказал, что я заблуждался. То есть я совершил ошибку. Почему вы не приняли прасад? Это же прасад. Вы могли принять. Прабхупад сказал: да, я принял прасад. Я принимал туласи. Я выразил почтение прасаду. Я принял туласи с тарелки.
А почему же вы не принимали все остальное? Прабхупада ответил: такова Сиддханта. Если я не могу спасти тебя, если я прибыл сюда, чтобы спасти тебя, а ты мне что-то даешь, я... То есть я не могу ничего принять от тебя, если я не могу тебя спасти, я не могу тебя освободить, не могу помочь тебе, если я не могу освободить тебя из океана страданий в этом материальном мире. И у меня нет никакого права ничего от тебя принимать. То есть вкушать я ничего не буду. Прежде всего, я должна увидеть, что вы даже следуете, вы повторяете Харинам, следуете по-настоящему Прабхупаде. Никаких не должно быть сражений, споров. То есть, если я следую Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, если вы следуете Прабхупаде, если он следует Прабхупаде, она, в таком случае нет никакой причины для споров и сражений, для войны. Поэтому во время Гауранги Махапрабху, никто не мог принять, то есть никто не хотел устанавливать никакого общества отдельного. Там были тысячи, тысячи преданных, но никто не хотел делать какое-то отдельное сообщество. То есть никто не хотел организовать никакое сообщество. Почему? Для того, чтобы там должным образом служение организовать, потому что в этом не было нужды, то есть там уже все было совершенным образом. Для чего общество создается? Для того, чтобы преданные вместе служили, чтобы они были полностью сгармонизированы с учением Махапрабху. Но это уже все было и так. То есть у них было одно единственное желание — удовлетворить читание Махапрабху. Поэтому они не видели необходимости создавать какое-то общество. Уже все они совершали служение, у них не было никаких отдельных желаний, никаких отдельных представлений. То есть Сиддханта Прабхупада говорит: пока я не смогу тебя освободить, пока я у меня нет возможности освободить, я не имею права ничего от тебя принимать. Поэтому ничего абсолютно он не принял от этого раджи, ни одежды, ни гирлянд, ни прасада. Суть в том, что он не видел искреннего желания саду-санги от этого раджи. То есть Прабхупад сказал: я знаю, что вот этот человек очень хороший, то есть вот этот раджа очень хороший человек. У него простое доброе сердце, но он никогда не стремился к саду-санге. Несмотря на то, что он пригласил меня сюда, то есть он не готов принять, он не готов принять был ничего от меня. То есть, а мы, наоборот, мы как бы хотим всего. И вот таким образом мы уклоняемся от Прабхупады. Мы выискиваем ошибки в чистых гуру и вайшнавах. Когда старшие преданные дают мне какие-то наставления, что вот нужно изменить свою жизнь, нужно делать так-то, я начинаю с ними спорить. Лучше это я вам дам лучшие советы. Кто вы такие, чтобы говорить мне, что делать? Я великий проповедник. Поэтому в настоящий момент столько ну,
общем, никто не следует подлинному пути Прабхупады. Никто не следует Прабхупаде. Мы полностью уклонились от наставления Прабхупады. Таково положение нынешних дней. Прабхупад показывает нам, что нам необходимо обрести Вайкунтха Даршан. Он обучает нас этому. Но мы видим лишь материальные вещи. Мы всегда погружены в материальный даршан, и мы воспринимаем гуру и вайшнавов как наших соперников. Поэтому мы погружены в материальный даршан. Мы не видим апракрита. Что такое апракрита даршан? Это вайкунтха даршан. Я могу привести еще один пример. Когда все сахаджи, собравшиеся в Навадвипе, начали забрасывать Прабхупаду камнями. Я хочу лишь сказать тот урок, который мы можем извлечь из этого. Сам Кешава Госвами Махарадж, он был готов отдать, пожертвовать свое собственное тело для того, чтобы защитить Прабхупаду. Прабхупад и так как бы вечно защищен, но тем не менее. Итак, преданные сказали, что, пожалуйста, позвольте нам, мы отправимся в полицию и заведем дело, чтобы полиция арестовала этих разбойников и заточили в тюрьму. Прабхупад сказал, зачем? Да, они набросились на нас, это так, но они в действительности принесли нам большое благо. Они хотели... Но они же хотели убить вас. Нет, в действительности, говорит Прабхупад, они нам очень помогли. У нас нет денег, мы не можем заказать какую-то большую рекламу, что тут вот Гаудия Мат, который вас спасет, что Гаудия Мат для того, чтобы спасти вас, спустился с вечного мира. Гаудия Мат — это не какое-то общество. Я могу коснуться Туласи и сказать об этом, потому что Гаудия Мат не является обществом. Гаудия Миссия, Миссия Гаудия — это то, что исходит из вечного мира для того, чтобы освободить живых существ этого мира. Это не какое-то общество. Мы можем сравнивать его с обществом. Но как бы Гаудия Мат не заключается в обществе. Прабхупад говорит, у нас нет денег для того, чтобы такую вот рекламу развернуть, что посмотрите, Гаудия Мат здесь, в этом мире. Теперь Прабхупад однажды маленькому мальчику в Дели сказал, что лишь Гаудия Мат. Может помочь себе получить истинное благо. А мальчик был, он разозлился. О чем это говорит Прабхупад? Что неужели больше никто мне помочь не может? Что вы думаете? Никакая другая организация не может мне помочь, кроме как Гаудия Мат. Гаудия Мат как мать. Он не позволит вам пойти в неправильном направлении, он направит вас в правильном направлении. Поэтому Прабхупад говорил. То есть выявлять недостатки этого материального мира, это внешняя, такая неблагодарная деятельность Гаудия Матха. То есть о чем так говорится? Гаудия Матха означает учение Шрилы Прабхупады, учение Шрилы Бхактивинода Тхакура. Гаудия Матха — это Бхактивинода Тхакура и Прабхупад. Они настолько добры, настолько милостивы, они никогда не хотят обмануть нас. Да,
дали вы про нами или не дали, я принял обет, я пообещал, что я никогда не буду говорить слова, которые не принесут блага живым существам. Я не могу пытаться удовлетворить вас, потому что я пообещал, принял решение, что никогда я не буду стремиться вас удовлетворить, порадовать вас, потому что я буду всю жизнь стараться порадовать Верховного Господа. Единственное, что, чем буду стремиться удовлетворить Верховного Господа, но не вас, потому что я знаю, что вы обусловленная душа. Вам не нравятся мои грубые слова, моя тяжелая сиддханта. Тем не менее, я не могу вас обманывать и говорить ложь. Итак, проповедь говорит выражать, то есть проповедь означает выражать милость через харикатху и киртан. Но это невозможно, если у вас нет отношений с Гуру Варгой, с Гаудия Парампарой. Как же в таком случае вы можете проповедовать? Расскажите мне эту сиддханту. То есть как в математике. Уравнение в математике, если... То есть легко доказуемо истинное. Бхактивин Такур осуществлял и Прабхупад осуществили настоящую проповедь. Они были первыми спутниками Гауранги, которые начали вот эту проповедь. Они начали говорить харикатху на английском, хинди, урду, санскрите, бенгали. Бхактивин Такур мог говорить на всех этих языках. Вы можете изучать все вот эти книги Шрилы Бхактивин Такура. Попытайтесь. Я прошу все, я обращаюсь к вашим лотосным стопам, пожалуйста, поймите, попытайтесь понять, что хочет Прабхупад сказать нам. Попытайтесь понять учение Прабхупады. Если вы будете слушать о Прабхупаде, то, что он сказал, то, что он говорил, то, что... или будете читать его книги, то, что он говорил в книгах, в таком случае очень быстро вы поймете, сможете отличать, что есть подлинное бхакти, а что, где обман, где обман, где ложь. Проявление то есть настоящая ачарья Шрилы Прабхупада. И в сравнении с ним остальные ненастоящие ачарьи, то есть очевидно, насколько они неподлинные. То есть в сравнении с этим образцом, который дает нам Шрила Прабхупада, он вечная ачарья. И автоматически все обычные, то есть так называемые ачарьи, очевидно, что они неподлинные. Много раз Прабхупад говорил, что ачарью невозможно выбрать на выборах, назначить на выборах. Через выборы или какой-то другой отбор. То есть... Это не тот процесс, с помощью которого создается ачарья. Потому что ачарья самопроявленный. По милости этого самого ачарья, того, кто вовлечен постоянно в вечное служение, мы можем осознать, что, кто он есть на самом деле. Ну вот мы хотим выбирать ачарью, или я сам хочу стать ачарьей. Но Прабхупад объясняет, что ачарью невозможно выбрать. Есть бесконечная разница между мной и Прабхупадой. Я хочу выбирать ачарью, то есть сам назначать ачарью. Но это невозможно. Прабхупад говорит, что я никогда не хотел создавать учеников. Ни с кого не хотел
сделать учеников своих. Я всех своих учеников воспринимаю как мою гуру варгу. Все они, все эти так называемые ученики, в действительности моя гуру варга. И на практике также Прабхупад говорил, что то есть, в действительности он говорил, что она моя настоящая гуру варга, ученики моя настоящая гуру варга. Он никогда не хотел славы и почета, никакой пратиштхи. Он хотел вовлечь нас в Вани-севу, потому что в Каликалу через Нама-санкиртану мы сможем обрести подлинное благо. И Прабхупад хотел вовлечь нас в Вани-севу постоянно. Если вы будете слушать о совершенстве Прабхупада, вы с ума сойдете. Если то есть кто-то приходил к Прабхупаду получить дикшу, у меня вот, например, нет качества получить эту дикшу совершенно. А, то есть это в наше время так происходит, что как бы все заинтересованы в учениках, и они, несмотря на положение ученика, готовы наградить его дикшей. Но Прабхупад так легко никому никогда не давал дикшу. В Балигае. Было огромное собрание. Там тысячи-тысячи людей собралось, ученые, пандиты. Огромное-огромное собрание было. И на этой программе обсуждалась тема «Браман и Вайшнав». Кто возвышеннее, кто выше, Браман или Вайшнав? И возглавлял это собрание один великий преданный из линии Шьямананды, Випшвамбара Дев Госвами. Он из линии Шьямананды, Шьямананда Паривар. Вот эта Дарма Сабха проводилась под руководством этого великого преданного, а Прабхупад был главным спикером. Они попросили Прабхупада: вы должны разрешить этот спор. Итак, перед этим огромнейшим собранием вы должны найти ответ на этот вопрос, кто возвышеннее. С помощью шастр, с различными доказательствами, вы должны показать, что вайшнавы возвышеннее, чем браманы. Когда эта программа завершилась, она шла 2-3 дня. То есть заняло 2-3 дня, чтобы доказать вот эту истину. Прабхупад все это время цитировал из Писания. И после этого тысячи присутствующих хотели коснуться лотосных стоп Прабхупады. Они легко, то есть они увидели, что он величайшая личность, что он вечный спутник Гауранги. То есть все обычные люди, находившиеся в этом собрании, осознали, что он вечный спутник. И все побежали коснуться его стоп. И Вишвамбарананда Госвами организовал огромную емкость с водой,
туда налили много-много воды и поместили в эту емкость лотосные стопы Прабхупады. А так бы люди просто, они все набрасывались на Прабхупаду, чтобы коснуться его стоп. То есть Прабхупад, они могли бы просто сбить его с ног. И все его отгородили, сказали, не касайтесь Прабхупады. То есть лотосные стопы поместили вот в эту огромную емкость, и преданные полили, стали поливать их водой. И так это Чаранамриту, все люди стали подходить и брать эту воду. И все приняли решение, что хотят получить прибежище у его лотосных стоп. Очень важный человек в деревне, очень влиятельный человек в этой деревне. Присутствующий на этом собрании сказал, попросил Прабхупаду. Эти люди хотят принять прибежище ваших стоп, но вы должны позволить некоторым из них продолжать пить чай. А кто-то вот не может отказаться от курения, а кто-то жует табак. И вы должны разрешить им порой вот это делать. Прабхупад сказал, я не хочу ни одного ученика. Я хочу уйти отсюда, покинуть это место. То есть все, что вы должны сделать, вы должны сказать, я твой ученик, я твой, ты мой Гурудев. И этого было достаточно. Итак, посмотрите на себя и осознайте, насколько вы отдалились от лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Внешне мы видим, что Прабхупад не жил вместе с Гора Кишорой Дас Бабаджи Махараджем. И Прабхупад говорил, тем не менее, то есть Гуркишор Баба говорил, не езжай в Кали Браманду, не ходи в Кали Браманду, не набирай никаких учеников. Три наставления дал Гуркишор Дас Бабаджи Махарадж Прабхупаде. Шили Прабхупаде. Мой Прабху. Не езди в Кали Браманду. Не создавай учеников и не общайся с теми, с кем не надо. И Прабхупад говорит, что я полностью следовал наставлениям своего Гуру Махараджа. Я никогда не создавал никаких учеников. Но ему говорили, ну у вас же сколько у вас учеников. Прабхупад говорил, что все они мои шикшагуру. Я никогда не ездил в Калькутту, в Кали Браманду. Никогда. Я ездил в Гаудия-Мат. А Гаудия-Мат — это Апракрита Вайкунтха. Для того, чтобы проповедовать послание Гауранги Махапрабху, я не делал ничего неправильного. И вопрос, то есть третье наставление, не общаться с теми, не находиться в неблагоприятном общении, то высочайшее общение, то есть я получил высочайшее общение от Гуру Кишора Дас Бабаджи Махараджа, я никогда не чувствовал потребности искать какое-то общение еще где-то. Мне не нужно было ни с кем никакого общения, потому что я получил совершенное общение от моего Гурупада Падмы Парамахамса Гурудева. После общения с моим Гурупада Падмой я не испытывал никакого вкуса к общению с кем бы то ни было еще. А ему указали, а зачем вы тогда ездили в Калькутту? Вам же сказали, нельзя.
он Прабхупад говорит, что я... А, нет. То есть, зачем вы ездили в Калькутту? Я ездил туда, чтобы... Не для того, чтобы общаться со всеми этими людьми, я давал им свое общение. Я не получал от них общения. Я давал им свое общение. Для того, чтобы освободить их. Таким образом, я никогда не осуществлял никакой асад-санги. Итак, это признак великого, возвышенного, преданного. Несмотря на то, что они жили на тысячи километров друг от друга, тем не менее, та связь, которая между их сердцами помогает, то есть между ними была связь. Бхуна Госвами Махарадж, Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж, Бхакти Шранга Госвами Махарадж, тысячи, тысячи километров были вдали от Прабхупады в Англии, в Америке. Тем не менее, они всегда находились в связи с Прабхупадой. Госвами Махараджи находился за тысячи-тысячи километров от Прабхупады. Он был в Англии, Прабхупад был в Майпуре, но, тем не менее, они постоянно, постоянно находились в общении. Таково волшебство, таково могущество Прабхупады, Садгуру и Вайшнавов. Они могут влиять на вас с помощью Харикатхи. Их Харикатха, их Харикатха, Киртан. Это их могущество. В то время как я бегу от этого, бегу от Харикатхи, от Киртана, я не могу понять, кто есть настоящий преданный. Таково мое положение, я не могу понять. Но я прошу весь мир. Пожалуйста, изучайте писание Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такур Прабхупада. Постоянно слушайте его Харикатху, его киртан. В таком случае вы почувствуете вдохновение совершать служение в этом совершенство садгуру, потому что садгуру может влиять на вас, может вдохновить вас совершать гуру-севу. Внутри сердца он будет влиять на вас из глубины сердца, чтобы вы слушали харикатху, совершали севу. Это очень важная шлока из Бхагаватам. Сам Бхагаван говорит. Из-за такой вот природы людей, из-за своей природы люди понимают Сиддханту неправильно. То есть вы должны... То есть суть в том, что у каждого своя природа. Все мы разные. Если вас будут бить, вы все равно не измените свою природу. Каждый в соответствии со своими предыдущими делами, в соответствии с предыдущей кармой, развили какие-то определенные привычки. Но когда мы сможем сгармонизировать себя с учением Прабхупады, вся наша разница, все наши различия
превратятся в ноль. Когда мы на 100% предадимся Прабхупаде, Сарасвати Такору, разница между нами превратится в ноль. Мы сможем себя полностью сгармонизировать с учением Прабхупады. Вспомните случай с Кешава Госвами Махарадж, с Шридхар Госвами Махараджем. То есть великие преданные никогда не хотели говорить ничего отличного от учения Прабхупады, такие как Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж. Итак, все преданные. Прабхупад хотел, чтобы... Для чего он устанавливал мадхи? Для того, чтобы преданные имели возможность прийти в том... То есть Прабхупад постоянно путешествовал. Порой он был в Вриндаванском мадхи, порой в Калькутском. Он не находился в одном месте. Но он настолько могущественен, что он мог собрать всех преданных. Те, кто обладает любовью Гуру Пада Падми, вы можете на своей жизни посмотреть. Это симптом Гуру. Если у меня есть любовь к Гуру Махараджу, к своему Гуру Махараджу, а Гуру Махарадж сможет влиять на меня, если даже находится за километр от меня или даже покинул этот мир. То есть суть в том, что я могу понять, потому что происходит внутри меня. Прабхупад постоянно ездил, то был то в одном мадхе, то в другом, постоянно писал статьи или рассказывал харикатху. Тем не менее, он... То есть все понимали, что он является центром, нашим центром. То есть если обрезать отношения с Прабхупадой, все превратится в ноль. Однажды Прабхупад отправился в Чатакпарват. Я хочу 1-2 примера привести для того, чтобы доказать, насколько я лично отдалился от Прабхупады. Однажды Прабхупад отправился в Чатакпарват, в Пуршоттама-дхаме. Начаток аппарат. Он повторял 1 крор, то есть совершал намаягию множество раз. Вы не знаете об этом, но Бхактивинода Тхакур также совершал намаягию. Мы не знаем, у вас не было такой информации. Никто не знает, вы вообще ничего не знаете. Сам Бхактивинода Тхакур повторял 1 крор святых имен. Но никто об этом вам не рассказывает. Вы об этом не знаете. Все говорят свою собственную философию для того, чтобы вас захватить. Чтобы захватить вас. Если вы удачливы, то есть я говорю для служения гуру и вайшнавов. Я не могу вас захватить. Я говорю вам, идите куда вы хотите и попытайтесь почувствовать разницу между тем, что я говорю, и тем местом, куда вы ходите, если вы куда-то еще ходите. То есть я говорю вам, что вы можете идти куда вы хотите, но вы вернетесь сюда, если вы хотите обрести настоящее понимание Гаудия философии. Если я нахожусь в линии с Прабхупадой и Кешава Госвами Махараджем и Гуру Варгов, если вы этого не хотите, то лучше не приходить. Однажды Прабхупад был в Чатакапарвате, когда он зашел в Бхактивинода Тхакур, воспевал совершал тут намаягию, повторял 1 крор святых имен. И в это время Бхактивинода Тхакур вручил джапамалу Прабхупаде.
или Мала Прасад. А здесь вот Чайтанья Чакрабхаван, там, вот здесь сейчас Чайтанья Чакрабхаван, Прабхупад, там в лесу повторял один крор святых имен. Каждый день он повторял три лака святых имен под руководством Харидаса Такура. И вкушал он лишь простой рис. Чуть-чуть подсоленный. Он готовил этот рис, предлагал Бхагавану, клал на землю, и без рук он ел. Это называется, сравнится с приемом пищи коровы. Но и вот эти четкие Бхакти Такура дал Прабхупаде, и он на них повторял вот эти вот этот свой обет, то есть он святые имена повторял на них. Он, на самом деле, не однажды давал такой обет. Он постоянно повторял святые имена. Однажды Прабхупад зашел в Гаудия Матх на Чатака Парвати. Ачарья очень могущественен и может понять, что у вас в сердце, потому что Ачарья становится по милости Гауранги. Сам Бхагаван говорит Удхаве. Удав, я прихожу в форме Ачарьи. О, Удав, говорит Бхагаван, будь уверен, что я принимаю форму Ачарьи. И никогда не выражайте оскорбительного, никогда не будьте оскорбительны к Ачарье, это убьет вас. Не пытайтесь судить Гурудева с точки зрения материальных концепций, не завидуйте Гаудия Матху. Не завидуйте Прабхупаду. Это убьет вас. Бхагаван не простит вас. Когда Прабхупад вошел в этот матх, он спросил, кто создал этот замечательный сад. Это сделал тот-то Прабху, сказал управляющий. А вот это кто сделал? Вот эти клумбы замечательные. Тот же. А вот это все, кто украсил камни, разложил тут все. А все это все делал управляющий матхам. То есть вот эти все цветы, камни разложены красиво. Все это сделал управляющий матхам. Прабхупад предложил поклоны божествам, затем дал наставление этому управляющему: ты должен уезжать вас сам. Все поразились. Он столько служений тут совершил.
он замечательно присматривал за Мадхом, разбил тот замечательный сад, столько украшений, так украсил, так замечательно Мадхом управлял. А Прабхупад сказал: «Итак, послезавтра можешь начинать свое путешествие в Ассам». В Ассам все поразились. Он такой замечательный управляющий. Потому что Прабхупад мог понять, что внутри сердца. Он читал, что находится в сердце. Считывал. Этот преданный Прабхупад осознал, что он привязался к этому месту. Он... То есть нет в этом юкта-вайрагья. Нет у него юкта-вайрагья, поэтому лучше его отправить еще куда-то. Но все были поражены. Поэтому Прабхупад говорил много раз. Что мы не хотим собирать деньги, славу, почет, будучи гаудия преданными. Не нужны нам капиталы. Это не наша цель. Наша цель — совершать харинама санкиртана для того, чтобы удовлетворить Бхагавана. Что такое санкиртана капитаро? But in Sanskrit, there is singular number, past, and there is that a two person. Sanskrit и Бенгали, английские, они чуть различаются. Sanskrit Dalita Pitaru used why? Because Gauranga Mahaprabhu. Объясняется, почему он используется именно в такой форме санкирта, капитаро. Вриндаван Дас Такур говорит, он прославляет Гауранги Махапрабху. Но почему он говорит в... То есть там идет указание на двоих, на... не на одного Бхагавана, а на капитаро. Потому что он... То есть тут речь идет о Гауранге и о Нитьянанде. То есть там всегда речь идет о двоих в упоминании Господа. Одно применимо к Гауранге, другое к Нитьянанде. Потому что мы знаем, что Нитьянанда не отличена от Гауранги. Если мы видим у них разницу, это убьет нас. Нитьянанда абсолютно не отличена от Гауранги. Гауранга — это Нитьянанда, Нитьянанда — это Гауранга. Нет разницы. Вриндаван Дас Такур обучает нас многим вещам. В сравнении с образцом Ачарьи Шрилы Прабхупады, все остальные ложные Ачарьи бесполезны, и это можно легко, то есть это становится очевидно, легко распознаваемо. То
есть Прабхупад мог бы сказать: «Так красиво, такой красивый сад, я тебе еще больше буду денег присылать, ты еще лучше делай». Но Прабхупад его поставил сам, потому что Прабхупад никогда не шел на компромиссы с Шуда Бхакти, то есть он никогда не подвергал компромиссам Шуда Бхакти. Во время Прабхупады необходимо было ждать как минимум 10 лет. Я слышал от моего Гуру Махараджа, если вы хотели принять дикшу, надо как минимум 5-10 лет было ждать. Прабхупад будет наблюдать, каково ваше положение. Тогда он вам давал харинаму, а когда он видел, что вы действительно прогрессируете, он давал дикшу. То есть даже, а потом еще спустя 5 лет он еще дважды подумает, прежде чем принять решение давать вам шафран или нет. Что уж говорить о саньясе. Сейчас саньяса очень дешевая. Ну просто без денег. Кто угодно может дать, когда захочешь. И шафран, и саньяс, и все одновременно дают запросто. Вы получили инициацию, но можете ли вы доказать, что вы по-настоящему инициированы? Это говорит Прабхупад. Если вы инициированы, где ваша дивья гьяна? Где трансцендентное знание? Вы говорите: «Я инициирован». Но если вы инициированы, должна быть дивья гьяна. Прабхупад объясняет: получить инициацию и получить дивья гьяну — разные вещи. Я могу получить дикша мантры легко от кого бы то ни было, но что необходимо — развить дивья гьяну. Это разные понимания, разные понятия. До тех пор, пока я не развею дивья гьяну, как я могу говорить всем, заявлять всем, что я инициирован? Прабхупад говорит: каждая копейка, приходящая в Гаудия Матх, будьте уверены, что мы будем использовать ее для удовлетворения Гауранги Махапрабху. Каждую копейку, приходящую в Гаудия Матх, мы будем использовать для удовлетворения Верховного Господа Гауранги Кришны. Каждая копейка, приходящая в мою жизнь, я задействую. А если я вижу, что у вас какая-то привязанность к деньгам появляется, я заберу у вас эти деньги. Потому что эти деньги, то есть это большая опасность приносит в вашу жизнь. Я действую как отец, потому что я не могу позволить вам умереть на духовной жизни, в духовной жизни. С таким настроением, с такими мотивами необходимо совершать служение. Прабхупад говорит, что накапливать капиталы не наша цель. Если мы накопим кучу денег и привяжемся к ним, мы будем оскорблять Гуру Вайшнаву. Они придут, Гуру Вайшнава, а мы не будем выражать им почтения, и аппаратхи будут накапливаться день за днем. На самом деле, я всегда должен быть начеку. Я должен совершать служение, я должен быть осторожен. Я должен... То есть, каково мое положение в настоящее время? Я уделяю внимание материальной деятельности, но совершенно безразличен к Гуру Севе. Прабхупад говорит, что те, кто хотят накапливать деньги, положение, славу,
и использовать в корыстных целях. Запомните эти слова. Суть в том, что если вы будете совершать настоящий харибаджан, если вы будете находиться вблизи возвышенного преданного, все будут вас почитать, все будут выражать почтение. О, вы живете с Прабхупадой, вы великий преданный. То есть автоматически все будет выражать почтение. Итак, на пути вашего харибаджана лобха пуджа пратиштха автоматически придет, деньги придут, будут почтения придет, но не сходите с ума со всем этим, не погружайтесь в это. То есть все это придет автоматически. Деньги могут прийти в вашу жизнь, но не привязывайтесь к ним. Попытайтесь понять, для чего я зарабатываю эти деньги. Они не принадлежат мне. Все принадлежит Гауранге Махапрабху и Гуру Варге. Если я теряю баланс, это немедленно заставит меня упасть. Прабхупад говорит, те, кто собирает лобха пуджа пратиштха, деньги, положение, применяют это в своей собственной жизни, используют для своих собственных целей, они не отправляют это в подлинный канал Гуру Варги. То есть прежде я уже объясняла, что такое каян патха, пантха. То есть все, что у нас есть, мы должны направить Гуру Парампаре, мы должны таким образом это дойдет до Нитянанды. Но я не имею права воровать это, забирать себе посреди этого процесса. Забирать себе вот это, воровать пратиштху, воровать деньги у того, кому это все принадлежит. Потому что я слуга. Я совершаю севу. И Махарадж говорит, я ваш слуга. Потому что харикатха — это служение. Я ваш слуга. Вы сейчас это не можете понять. То, что я говорю харикатху, это мое... Это мое главное служение лотосным стопам моей Гуру Варги. И они великие преданные. Но моя харикатха — это мое главное служение. Прабхупад говорит, те, кто накапливают деньги, положение корыстно для себя, не прославляя Гуру Варгу при этом. Они все хотят себе забрать и показать всем, что я великий. Прабхупад говорит, Господь благословит меня. Я не знаю, как долго я буду еще жить, но Бхагаван, благослови меня, чтоб я не видел лица тех, кто использует деньги, положение в корыстных целях. Все, что приходит ко мне сейчас, я отдаю это Бхагавану. У меня нет права использовать это в корыстных целях. Таким образом, Прабхупад обучает нас. Он говорит, что необходимо научиться юкта вайрагья. Таким образом, две эти шлоки я буду время от времени объяснять. Тема нашего сегодняшнего разговора заключалась в том, насколько далеко мы отделились от Прабхупады. Это будет целая серия обсуждений, насколько далеко мы отдалились, отошли, уклонились от учения Прабхупады. Сегодня я затрону вот этот момент. Один момент, я больше не могу занимать ваше время. Эвам, пракитимай читта, виттатей матайо нинам.
Бхагаван Шри Кришна говорит Удале, из-за разной природы людей они принимают абсолютную истину по-разному, неправильно, из-за влияния майя. Они мантру принимают смешанную с майей. Они получают мантра-дикшу, но смешанную с майей. Они не принимают мантру в чистом ее изначальном положении. Они в майе, они в настроении наслаждения. Если я вижу, что у кого-то такое настроение наслаждаться, я пытаюсь всячески избегать общения с ними. Если я вижу, что у кого-то настроение наслаждаться, я постепенно ограждаю себя от общения с ними. Я не хочу смотреть их в лица. Лучше... Настроение Прабхупады — это является говорить харикатху. Неважно, сколько тут людей будут ко мне приходить или нет, я буду продолжать говорить харикатху, потому что это наставление Прабхупады. Так, сегодня мы завершим повторение шлоки. Из-за разной природы людей люди воспринимают, люди неправильно понимают мое дивья гьяну, говорит Бхагаван. А пракрита дивья гьяна не сходит через парампару. Это утренний баджан Кришна ходит в Чатурмуке. Где перечисляется вся Гуру Варга. Итак, не пытайтесь на себя использовать то, что много раз мой Гуру Падма говорил мне: глупец, ты должен научиться всем этим вещам. Ты знаешь, что такое предание, что такое вайрагия? Откуда я знаю, говорил я. Гуру Махарадж говорил. И то же самое говорил Прабхупад. В 1919 или 1918, когда Прабхупад принял саньясу, а затем сбрил волосы, обрел голову, все вспомнили случай, как Гауранга Махапрабху сбривал свои волосы прекрасные. И всем было нестерпимо это. И, как сказал Прабхупад, принял омовение в Ваде Ганге. В то время Ганга была, где сейчас Ваманапукур, там была Ганга. И Прабхупад принял там омовение после того, как обрел голову. И по пути... Он очень много выражал Юхта Вайраги. Прабхупад принял саньясу в то время. И всю свою жизнь он посвятил харикатхе и киртану. Итак, те, кто уклонились от Прабхупады, мы видим на жизни Прабхупады и жизни Гуру Махараджа, те, кто выражает стопроцентное предание Гуру Махараджу, мы видим, что... многие, кто были якобы преданы Прабхупаде, даже моему Гуру Махараджу, в конце концов покидали их. По пути, когда Прабхупад шел принимать омовение, приняв саньясу, он спросил: «Вы знаете, что такое предание, что такое юкта вайрагья? Вы не у вас нет четкого представления, что такое предание, поэтому у вас нет прогресса в преданном служении».
в духовной жизни. Предание означает, вы должны быть в одной линии, вы должны думать, как бы размышлять. То есть в голове должно быть четкое понимание того, что говорил Гурупада Падма. Что такое анугатия? Например, вы идете в магазин и покупаете какое-то животное. Например, кто-то продает там быков, кто-то коров. То есть в этом магазине много разных животных. Вы покупаете того, кого хотите, например, корову или собаку, любое животное. То есть вы заплатили деньги за это животное. Вот корову, например, купили, заплатили за нее. Или корову, или быка, или козу. И человек, который купил вот это животное, он привязывает его на солнце. На палящее солнце, очень жаркое, когда, то есть привязывает это животное новокупленное, и животное это не протестует. Он не говорит: ты что меня на солнце поместил? Мне тут очень горячо стоит. Потому что он не может возразить не может. То же самое объясняет Прабхупад. Тогда вот в тот день, с кем он шел, вы думаете, вы анугати, вы думаете, у вас есть предание, самопредание? 100% это не так. Вы думаете, что вы предались, но предание означает, что у вас не должно быть ничего отличного от Гуру Падмы. Наверное, все-таки всем так, животное, которое продают на палящем солнце, он никак не возражает, что почему ты меня тут привязал. То есть суть в том, что в какую бы ситуацию нас не поместили, а оно, то есть животное не поместили, он не будет возражать. Если мы преданы, если мы не преданы, мы не сможем достичь Верховного Господа. Многие преданные были рядом с Прабхупадой, и всем хотели доказать, что Прабхупад очень любит их, хотели доказать, что мы очень важные. Прабхупад почитает нас. То есть Прабхупад, в конце концов, то есть он избегал их на самом деле. Потому что все они хотели получить пратиштху. По сей день я не видел никого, кроме представителя нашей Гуру Варги, кто бы не хотел на 100% пратиштхи. То есть все хотят сколько-то хотят пратиштхи. Есть те, кто хотят совершать служение. То есть они хотят совершать служение, но взамен они хотят какой-то пратиштхи. Прабхупад говорит, Гуркшардас Бабджа, Прабхупад говорит, что перед Парамахамса Ачарьи Гуркшардас Бабджа Махараджа каждый себя, многие выставляли себя как тех, кого Гуркшардас Бабджа Махарадж очень любил. Прабхупад, то есть они все время находились вокруг него, они хотели доказать, что вот мы служим этому Махапауруше. Мы служим этому Парамахамсе, поэтому нас тоже надо почитать, нам нужны деньги, потому что я же предался этому Махапуруше. И Прабхупад говорит, что эти так называемые преданные хотели доказать, что мы служим
Гиркшир Даджа Махараджа постоянно. Но в действительности Гиркшир Баба никогда не хотел принимать их сердцем. Потому что он очень хорошо знал, что они не находятся, то есть они, им не нужно бхакти. Они лишь внешне показывают, что служат мне, но их умы заняты материей. Материальными вещами. В то же самое время. Они, ну, то есть, внешне они показывали, что они якобы служат Махараджу, Гуркшиду Бабжа Махараджу. То есть внешне он их не прогонял. Гуркшир Бабджа Махарадж не прогонял их. Но внутри никогда не принимал их в свое сердце. От своего сердца не принимал. То есть все, что они хотели, это доказать, что они с гуру, с чистым гуру Вайшнавом. Поэтому нам тоже надо выражать почтение, предлагать дандаваты, давать нам пожертвования. Но Гуркшир Бабджа Махарадж обманывал их. Только обманывал. Он говорил, даже комары или клопы, постельные клопы, когда ложитесь спать, они начинают вас кусать и пить кровь. И комары также вот кусаются. Прабхупад говорит, что комары и клопы также общаются с саду. Они кровь сосут из него. То есть они очень близки к саду. Комар тоже совершает сатсангу. Он подлетает к саду и пьет его кровь. И клопы, вот саду ложится спать, а клопы выползают, начинают пить его кровь. Они тоже совершают сатсангу. Таким образом, если вы также будете совершать сатсангу, вы бесконечное количество жизни можете этим заниматься, но не получите никакого продвижения. Если вот с таким настроением ложным вы не сможете продвинуться. Но я вам обещаю, если вы придете сюда искренне и будете слушать харикатху, даже одна харикатха может изменить ваше сердце. Я могу коснуться туласи и заявить эту истину. Итак, это век противоречий. Тут повсюду ссоры и сражения. Бхактинанда Тхакур плачет. В свои последние дни говорит, я пытался изо всех сил установить бхакти. То есть я пытался, он молится Гауранге, как изменить ситуацию. Как... Тогда Гауранга Махапрабху пришел во сне. Не беспокойся об этом, не плачь. Это естественно для этого мира, что из-за влияния майи дживы не хотят слушать. То есть ты столько сделал, совершил служение, ты столько книг написал, столько харикатхи рассказал. Но сейчас из-за майи, из-за иллюзии, такая вот ситуация. Не плачь. Приходи в то место, где я нахожусь, в то место, где я танцевал с Харидас Такуром, с телом Харидаса Такура в руках. Когда Харидас Такур ушел из этого мира, Гауранга Махапрабху взял его трансцендентное тело и танцевал с ним, плача. И возложил, то есть поместил в самадхи. И Гауранга Махапрабху сказал всем, приходите сюда, то место, где я танцевал с телом Харидаса.
где я поместила его в самадхи. Живите тут со мной. А, то есть Бхактивинода Такур там создал Баджан Кутир, потому что во сне ему сказал вот Гауранга сделать это. И там вот... Бхактивинода Такур жил и плакал, и читал, повторял Харинам. И мое положение тоже очень печально, потому что никто не слушает то, что я говорю. Но я вынужден говорить так, как я это делаю сейчас. В следующий раз мы продолжим сегодняшнюю тему. Как из-за майи люди уклоняются от Прабхупады, от учения Прабхупады. Они не хотят слушаться его, не хотят почитать его. И это убьет нас. Мы пьем яд. Очень скоро все прекратится. Весь баджан самадж. То есть по всему миру идет вот это сражение чистого бхакти и нечистого. Если вы искренне на 100%, вы выживете, а в противном случае вы умрете. На этом я хочу остановиться, потому что вы не сможете переварить больше. Я могу еще много чего сказать, но переварить вы не сможете. Эвам пракрити вайчитрат бхиддвате матайонинам парам парджена кесанчит пасанна матайо апаре ванча калпадурвасе кипасиндибайчо патитанам павана бхавишна бхьонаму.